Привет, друзья! Наш бренд «Дог Гималаев», который существует уже 15 лет, натолкнулся на новую идею. Мы делаем теперь чаши, активированные на исцеление. Что это значит? Это значит, выбираются чаши старые, у которых есть история, на которых играли люди там 3, 5, 7 поколений, и молились с ними, исцелялись с помощью них. И чаша, как металл, как флешка, запоминает эту вибрацию, эту информацию. И дальше она его раздает просто. Вы его ударили, активизировали эту информацию, она пошла излучаться, наше тело начинает ее воспринимать. И чтобы активировать эту энергию, я прошу ламу, который в практиках духовных всю свою жизнь, 30 лет, очень просвещенный человек, который включает эту энергию своими мантрами, своей игрой, и дальше чаша готова к работе. Вот сейчас в нашем бренде «Дог Гималаев», «Мирозвона», это самый главный инструмент, который у нас есть. Это инструмент готовый для исцеления. С ним ничего не нужно делать. Просто брать, играть, ударять, расслабляться, слушать его, учиться у него. И таким образом эта чаша, это учитель, это гуру, она сама все объясняет. Она сама все показывает, открывает. Нужно просто быть в тишине, во внимании, играть каждый день перед сном, утром, наслаждаться звуком, внимать этому звуку, соединяться с ним. И этого достаточно для того, чтобы ваше тело перепрограммировалось на целительскую волну. Вот это главная фишка вот старых чаш, которыми мы сейчас занимаемся.